Всем привет, я Юрий Хаев, владелец туристической компании «Отдыхаевы». Сейчас вот я нахожусь в отеле Max Royal Belek. Отель готовится к сезону 2024 года. Ранее у нас на канале уже вы видели видео 2021 года. Сейчас я попытался снять какие-то небольшие отличия, что произошло в отеле, что поменялось. И показать видео, как отель готовится к сезону. Все так же тут все прекрасно. Большой красивый отель с различными зонами, множество бассейнов, ресторанов, а-ля-карт рестораны, круглосуточный ресторан, большой детский клуб, различные локации на территории отеля, это кондитерские, это тренажерный зал, спа, подогреваемые бассейны в зимний период, внутренний бассейн. Очень много всего на территории отеля. Отель действительно класса люкс, рассчитан для семейного отдыха. Обязательно посмотрите это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будьте с нами. Скажу краткую информацию об отеле Max Royal Belek. Отель состоит из одного большого здания, основной корпус, который стоит полукругом, а также есть дополнительное здание, террас-сьют, которое находится рядом с внешней стороны отеля. В нем есть в основном номера Family, а также есть отдельные номера с выходом как к своему бассейну. Там же находится в той части большой детский клуб. Чуть дальше еще размещены виллы Max Royal, которые такой в лесной части отеля находятся. За ними закрепляются багги, и фактически вы своими багги можете перемещаться по всей территории отеля. Тут же находятся гольф-поля Max Royal, и гольфисты также такой в осенне-зимний период, в весенний период очень любят посещать эти места. Центральная часть отеля находится перед основным корпусом, здесь множество бассейнов. Ранее тут были мальдивские виллы, их убрали, сейчас насыпан песок, стоят лежаки, есть зона бассейнов. Далее большой такой бассейн, основной бассейн отеля находится между корпусом и пляжем, и далее очень широкий пляж, который подойдет для семейного отдыха, для отдыха с детьми. То есть здесь все прекрасно и хорошо, очень вкусные рестораны а-ля-карт, даже основной ресторан, большой выбор всяческих блюд, также можно увидеть это на видео. Прекрасный сервис, все это в этом отеле. Вы можете также приобрести тур, обращайтесь к нам за покупкой тура в этот отель, мы вам обязательно поможем и подберем вам лучший отдых. Это минус второй этаж. Значит, здесь находится тоже галерея магазинов, также спа-центр. На первом этаже есть большой холл с кондитерской, с огромным лобби-баром. На этом же этаже находится основной ресторан, в котором завтрак, обед и ужин, шведский стол, шведская линия. Вот. Новогодняя подготовка. Вот основной бар на минус втором этаже. Здесь различные напитки, коктейли, все это в этом месте можно заказать.
Также здесь такой просторный холл, много диванчиков, столики. Здесь же можно сидеть, выпивать напитки, кушать какие-то снеки. И вот рядышком есть Royal Horse Lounge. Здесь проходят вечерние мероприятия, различные иногда презентации проходят, живая музыка, вечернее шоу, мероприятия. Вот такая вот атмосфера внутри. Сейчас я вам покажу. Дальше по этому же минус второму этажу. Красиво украшенный весь этаж перед Новым годом. Сейчас я покажу кондитерскую Le Melange. Здесь можно заказать кофе, чай, покушать различные сладости. Вот выбор сладостей, которые мы видим на витрине. Очень много разных тортиков, снеков. Такая сладкая витрина. Тут и пахлава, и мороженое, много видов. Так, вот я выхожу на территорию. Здесь ранее в центральной части отеля были мальдивские виллы, их снесли. То есть в прошлом видео 21 года здесь еще стоят такие домики между бассейнами. Их поубирали, потому что не очень удобно они размещены, так как основной корпус и здание, и все люди, в принципе, смотрят обычно вниз. И несмотря на то, что виллы были в зелени, они были не очень удобно расположены и не так хорошо продавались, наверное, как бы хотелось. Сейчас здесь насыпали песок, поставили лежаки и такая зона бассейнов с зоной отдыха вокруг такой зелени в центральной части отеля. А сейчас я иду к пляжу, это вот дорожка прямая к пляжу. Сначала будет большой бассейн, который работает в зимний период, но не подогревается. Так, и покажу в обратную сторону сам отель. Значит, вот основной корпус. Вот основной большой бассейн. Тут же ряд лежаков.
И сейчас я иду к бассейну, который работает в зимний период и подогревается. Сейчас посмотрим его чуть дальше. Так, вот этот бассейн, который греется. Здесь можно искупаться, вода теплая. Он находится практически возле зоны спа. С обратной стороны отеля тоже есть несколько бассейнов. Они фактически по кругу размещены. И за корпусом вот так вот продлевается длинный такой бассейн. Тут также есть номера с выходом прямо с этого, с балкона. И можно, в принципе, нырнуть в бассейн. Вот они. Здесь очень такие хорошие номера с лежаками. Иду к морю. Значит, есть вот такая вот зона с зеленой травкой. Она находится между центральным бассейном и морем. Очень много лежаков здесь стоит. Есть еще один классный бар прямо здесь. Трава здесь также зеленая, и в зимний период тоже все красиво выглядит, такая локация перед морем. Сейчас зимний период и пляж закрыт, но в принципе достаточно широкая береговая линия. То есть летом здесь очень хорошо. Сейчас покажу локацию а-ля-карт ресторанов. Они вот размещены на такой отдельной площадке. Здесь сосредоточены в этом месте сразу же несколько ресторанов: мясной, итальянский, турецкий. То есть, в принципе, можно выбрать место, где вы хотите покушать, на ланч, на ужин, забронировать и прийти в это место покушать. По всей территории вот такие заросли. Кажется, что вы не в Турции, а где-то на Мальдивах находитесь. То есть вот такие вот пальмы. Достаточно зелено в отеле. И даже песочек, бассейны. Все напоминает такой мальдивский вариант. Покажу основной ресторан Азур. Он работает как шведская линия на завтрак, обед и ужин. Тут всегда есть большой выбор всего, начиная от булочек, напитков на баре, горячих блюд, мясо, рыба. Есть азиатский уголок, есть на завтрак яичная станция. Красивый, стильный такой ресторан. Вот основной бар тут же сосредоточен. Thank you.
покажу зону спа отеля. Здесь внутренний бассейн, хамам, сауны. Так, вот так выглядит внутренний бассейн в отеле. А на втором этаже, вот чуть выше, есть тренажерный зал. Тут же в спа-комплексе множество массажных комнат, сауна, хамам, несколько финских саун. Финские сауны. Следующий этаж минус первый. Вот здесь тренажерный зал. Такой с видом на бассейн. Дальше опять продолжается галерея магазинов. Она также разбросана на минус втором и на минус первом на двух этажах. Здесь на втором этаже есть вот такое кафе. Можно здесь перекусить, снеки выпить, сок, фреш. Дальше вот такая вот лаунж-зона идет. Лаунж-зона второго этажа. Здесь удобно попить кофе. Фактически здесь находится кондитерская еще одна. Шоколадье. То есть в основном здесь шоколад и кофе. Сейчас я также его покажу. Вот кондитерская шоколадье. Большой выбор здесь шоколада различного, целая витрина. Здесь же на минус первом этаже находится ресторан 24. Здесь можно прийти в любое время, и днем, и ночью, покушать по меню. Это такой а-ля-карт ресторан. На этом же этаже есть отдельный магазинчик мороженого. Бесплатно здесь вы можете его также перекусить.
мороженое Мовенпик. Вся эта картинка напоминает такой большой торговый центр или даже еще есть ассоциация с таким большим круизным лайнером, в котором есть все, что есть и в этом отеле, и рестораны, и магазины, и покушать, и поиграться, и детские клубы. Все это можно найти в одном месте. Этот номер называется Family Suite. Он состоит из двух комнат для семейного отдыха. Вот балкон такой прекрасный, с отличным видом. В данном случае это номер с видом на море. Здесь два балкона. Значит, в первой комнате двуспальная кровать. Достаточно много пространства, красивое такое зеркало. И в задней части находится санузел, ванная, несколько, два умывальника здесь. Идем далее. С правой стороны возле входа начинается вторая комната с двумя односпальными кроватями, с отдельным санузлом и также с отдельным балконом. То есть прекрасно еще для двух детей использовать это пространство. Вот сам балкончик второй, тоже прекрасный вид на территорию. И покажу еще санузел. Для тех, кто ожидает выезда с отеля или своего рейса и уже выселился, есть отдельный лаунж в отеле. Тут есть душевые кабины, есть комнаты ожидания. Вот так это выглядит. Здесь даже туалеты стильные. Вот смотрите, какая красота. В отеле также большой выбор конференц-залов под прием различных групп. Здесь же можно проводить корпоративные мероприятия. Очень много компаний и групп сюда заезжает. Все это организовывается на высшем уровне. Есть конференц-залы большие. Есть просторные холлы, в которых также можно делать банкеты или различные мероприятия. Террас-корпус также имеет выход к своему бассейну. Здесь на первом этаже есть номера, которые прям так и называются. И вот возле здания террас Ютов находится также большой детский клуб, который называется Макси Парк. Сейчас я его тоже вам покажу. Значит, Макси Лэнд. Это вот такой детский клуб. Здравствуйте. Комнаты на различный возраст детей. Вот, например, комната для самых маленьких, от 1 до 3 лет. Идите, мышонки мои. Да. Иди, Максюш, давай.
Значит, вот такие вот зеркала. Комната, где стоят PlayStation. Макси Фанленд, комната, в которой различные игровые автоматы, карусельки. Все это бесплатно входит в концепцию. Комната с лабиринтами. Тут есть также футбольное, баскетбольное такое вот поле.